Бойцы ОМОН «Горец» Управления Росгвардии по Республике Дагестан в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» посетили детей, отдыхающих в лагере «Огонек» в Кайтакском районе. Росгвардейцы провели для ребят мастер-класс по высотной и горной подготовке, подробно рассказали о технике безопасности, научили надевать специальное снаряжение и продемонстрировали технику завязывания альпинистских узлов. Также правоохранители научили детей технике спуска и подъема на веревке с помощью узлов и зажимов. Запоминающимся стало прохождение различных этапов полосы препятствий. Навесной мост, навесная переправа, маятник, параллельные перила и многое другое. Руководитель лагеря Дауд Юсупов поблагодарил росгвардейцев за проведенный мастер-класс и вклад в воспитание подрастающего поколения. А также отметил, что сотрудники отряда всегда поддерживают детские учреждения, проводят занятия с детьми, делятся своими знаниями и бесценным опытом.